Здравствуйте. Здравствуйте. Что вас беспокоит? У меня температура была, но я выпила стационарное лекарство, вот, немножко вроде снизилась. А так болит горло, кашель. При первых симптомах простуды Лариса Матвеева всегда обращается к врачу. Она считает, что это поможет избежать осложнений. В последнее время женщина заметила, что простудой болеет реже, а болезнь переносится намного легче. Лариса Федоровна уверена, помогает регулярная вакцинация. Я делаю прививки обязательно. Каждый год делаю. Начинается вот эта вот кампания по прививкам. Я делаю прививки. И я вот уже, наверное, года два как-то переношу это так вот поспокойнее. Без высокой температуры, без таких осложнений. Ну да, бывает простуда все равно какая-то. Потому что вот такой же в больнице по другим вопросам. Здесь же много больных. Если вы уже почувствовали легкое недомогание и уже появились первые признаки заболевания, то стоит надеть маску для того, чтобы не заразить других. Но помните, ее защита действует не более 2 часов. Уберечь здоровье все-таки возможно, даже если рядом все чихают и кашляют. Медики советуют регулярно мыть руки, проветривать помещения, проводить влажную уборку, пить побольше воды, есть фрукты, не помешает и легкая физическая нагрузка. Народные методы поддержки организма также не возбраняются, а вот иммуностимулирующие препараты врачи не рекомендуют использовать без назначения. Я бы воздержалась от бесконтрольного применения любых лекарственных препаратов, памятуя еще о том, что вирус, так же как и бактерия на антибиотик, вырабатывает резистентность. И мы просто-напросто не даем себе дальнейших шагов для лечения более тяжелых случаев. Давайте не забывать о том, что все противовирусные препараты, да, все иммуностимуляторы, которые сейчас есть, да, все препараты, которые влияют на иммунитет, это все-таки являются лекарственными средствами. В Самарской области сотрудники Роспотребнадзора отмечают рост заболеваемости, но превышения эпидемиологического порога пока нет. По их данным, в этом году за вторую неделю января в Самаре обратились к медикам с признаками острых респираторных заболеваний более 2000 человек. Это ниже эпидемиологического порога на 37%. Специалисты отмечают, в Самарской области в настоящее время преобладают вирусы негриппозной этиологии. Это аденовирусы, парагрипп, риновирусы. Но вместе с тем, уже на территории нашей области зарегистрированы первые случаи нахождения вируса гриппа в материале от больных. Это вирус гриппа Б и H1N1-09. Это единичные случаи. Специалисты отмечают, в прошлом году эпидемиологический порог был превышен в первой половине февраля. Так что расслабляться пока рано. Елена Малютина, Григорий Плешаков. События.